Дорогие друзья, я вас категорически приветствую на канале Одесской кухни. Блюдо сегодняшнего дня – рулька в пиве по-чешски. Итак, мы сегодня узнаем, откуда пришло к нам это блюдо, история его происхождения, как его правильно готовить, три главных секрета и как себе повысить настроение, чтобы точно у нас все получилось. Рецепт рулька в пиве по-чешски пришел к нам из чешской кухни, а история появления очень интересна по чешской легенде. Когда-то добрый парень, добрый парубок, молодец, пошел на охоту. Дождь был, все у него не заладилось, и все, что он смог принести, переднюю левую рульку от дикого кабана. Супруга, конечно, этого не обрадовалась, но вышла из положения, как раз поспела свежее пиво и приготовила роскошное блюдо, которое понравилось всей семье. Конечно, история умалчивает о том, что же произошло с оставшейся частью кабана. Но говорим мы сегодня не о том. Дорогие друзья, по последним исследованиям британских ученых, хорошее настроение улучшает вкус любого блюда ровно на 50%. Повышаем себе настроение свежим одесским анекдотом. Разговор где-то в одесской семье. Яша, да мы с тобой такие самые несчастные люди на свете. Сарочка, ну почему же ты так считаешь? Ой, вей. Мы живем около моря. Нам даже в отпуск поехать некуда. Ингредиенты возьмем. Строго добротные. Одна задняя свиная рулька, или по-чешски вепрево колено. 2 литра темного пива. 150 грамм корня сельдерея. 2 крупных репчатых лука. 1 головка чеснока. 2 сантиметра корня имбиря. 70 миллилитров растительного масла. Для гарнира 1 килограмм квашеной капусты. 1 столовая ложка соли. А также тмин, кориандр, лавровый лист, черный перец, душистый перец, гвоздика, соевый соус и мед. Дорогие друзья, сегодня приготовим замечательное блюдо из чешской кухни. Рецепт дня – рулька в пиве по-чешски или печиво вепрево колено. Итак, друзья, поехали. С чего начнем? Нам нужно будет разобраться со свиной рулькой. Хорошо ее предварительно нужно будет помыть. Пусть вас не смущает такой цвет хрюши. Кроме того, что ее обработали газовой горелкой, ее очень хорошо еще обработали смоляной соломой ячменной. Поэтому нам нужно все будет хорошо счистить, еще раз помыть, высушить, и рулька будет готова. Вообще, в оригинальном рецепте идет передняя рулька. И знатоки сразу же мне обратят на это внимание. Отвечу. Дело с передней, дело с задней. Чем мне нравится более задняя? Ну, во-первых, не всем можно жирное блюдо, а с передней рульки получается довольно жирное. Во-вторых, задней рульки тоньше кости, больше мяса. Ну, собственно, больше можно получить и нужно удовольствие. Итак, рульку хорошо очищаем, моем, высушиваем. Следующее, что мы будем делать, нам нужно будет выбрать кастрюлю, в которую поместится рулька. Поместится именно лежа. То есть берем широкую, невысокую кастрюлю. Рулька у нас прошмалена ячменной соломой. Это тот неповторимый аромат, который придает свиному соленому салу. Поэтому уже первая главная пряность у нас готова. Дальше. Вообще, приготовление этого блюда состоит из трех главных секретов, трех главных этапов. Первый этап, первый секрет приготовления маринада. Как мы его готовим? Очень просто. Берем один крупный репчатый лук, кладем его целиком. Затем берем 1 чайную ложку семян тмина, всыпаем, чтобы попало и на мясо, 10 горошин черного перца, 5 горошин душистого перца, корень имбиря, так он выйдет на срезе, его нужно, понятно, что это корнеплод, нужно его тщательно снять кожицу, проверить на профпригодность, вот как мы проверяем морковку, картошку, и только после этого его измельчить. Смотрите, если корня имбиря нет, не беда. Можно приготовить и без него. Нарезаем поперек волокон толщиной 0,5 сантиметра. Тоже закладываем в емкость. Следующее на очереди чеснок. В головке оказалось 6 зубчиков чеснока. 4 мы используем сейчас, 2 оставим на потом, о них позже. Чеснок освобождаем от несъедобной части. Нарезаем вдоль слайсами. Так, Серго, не буянь, пожалуйста. И обкладываем им вепрево колено. Вепрево. Колено. Дальше. Добавляем 3 бутончика гвоздики. И 1 чайную ложку семян кориандра. Тмин и кориандр – важная составляющая этого блюда. Как раз эти две классические пряности и будут составлять тут характерный неповторный аромат рульки в пиве.
Чуть не сказал чеширский кот. Кошерный кот, Серго, он ведь тоже ждет эту рульку. Серго, о чем ты задумался? Бойцовский кот. Серго, бывают дни, когда нет настроения. Да, и он начинает покусывать своего хозяина. Вначале за руку, потом за ногу. Серый проказник. Нежный кот. Вот, видите, что творит? Видите, что творит? Серго. Красавец. Самец-красавец. Остался корень сельдерея. У корня сельдерея, как и у других корнеплодов, сняли кожицу. Нарезаем слайсами около полусантиметра. Тоже выкладываем вдоль. Знаете, какими ароматами пропитается, очень скоро пропитается эта рулька. Представляете, друзья, какими ароматами. Но это еще не все. Добавляем от 1,5 до 2 столовых ложек соли. Берем каменную соль, не йодированную, чтобы не портить. Обычную каменную соль. И осталось последнее. Это последнее из маринада. Добавить темное пиво. Открываем вторую бутылку пива. Пиво нефильтрованное, бочковое, темное. Что называется? Пиво берем только темное. Чехи признают в этом люди только исключительно темное пиво. Видите, что вытворяет? Какая реакция на свинину? Понятно, что маринад полностью не покроет. Да это и не нужно. Что касается продолжительности маринования. Можно от 5-6 часов, то есть на ночь, и до нескольких суток. В чем между ними будет разница? Пряными ароматами и в насыщенности пивом. То есть чем дольше хранится, тем более насыщенный будет вкус и аромат этого блюда. Поэтому индивидуально выбирайте сами. Я чаще всего мариную не больше суток. Ровно через 12 часов переворачиваем рульку на 180 градусов. Через сутки продолжим. Накрываем крышкой и выносим в холодную комнату или в холодильник. Конечно же, сами чехи рекомендуют брать исключительно чешское оригинальное пиво. Но я вам хочу сказать, я когда посмотрел на цену и понял, ну рульку-то у нас выращивали, значит будем пользоваться нашим темным пивом. Второй секрет, второй этап приготовления. Ровно через 12 часов мы рульку перевернули, помните, она была мясом вверху, сейчас вниз. Под закрытой крышкой. Довести до кипения и не вмешиваясь, не поднимая крышкой, не снимая пены. Делаем тихий-тихий огонь и варим ровно 2 часа. Опять же, через час переворачиваем рульку на вторую сторону, чтобы все ароматные ингредиенты проникли внутрь рульки одинаково. От чего зависит длительность варки. Если вы любите мясо по жесткости, как буженину, тогда можно варить там час 20, час 30 минут. Вообще, я взял средний вариант. По-разному пробовал 1,5 часа, 2 часа, 2,5, даже 3 часа. Самый идеальный вариант в моей семье прижился. Длительность варки 2 часа. Прошел 1 час. Вот так томится эта красота. Переворачиваем на другую сторону. Накрываем крышкой. Подаем огоньку. Доводим до кипения. И добавляем еще одну пряность. Как мы с вами знаем, лавровый лист всегда добавляется на 5 минут. Добавляем 10 лавровых листиков. 9-10. Накрываем крышкой. При среднем кипении варим ровно 5 минут. После этого лавровые листики изымаем, а все остальное варим еще около часа. Прошло 2 часа. Вот так выглядит эта красота. Мясо уже практически готово. Выключаем. Аккуратно достаем целую рульку, кладем на поднос и выкладываем в холодную комнату. Рульки нужно полностью остыть и пробыть в полном одиночестве минимум 2 часа. Да, выглядит аппетитно. Кладем сковородку на огонь, хорошо ее прогреваем. Вливаем из 70 мл 55 мл растительного масла, это рафинированное подсолнечное. Одну столовую ложку оставим на третий секрет, но об этом позже. Прокаляем 5-6 минут, не доводя до белого дыма, для того, чтобы испарились все летучие водные соединения, остался действительно такие растительный жир. А тем временем займемся гарниром. К вареному печеву колену, гарниру к запеченной рульке, берем вторую луковицу, она же последняя из ингредиентов, и шинкуем ее размером 4 на 5 мм, то есть сильно мелко не нужно. Как правильно нарезать репчатый лук на канале Детской кухни, и есть мастер-класс, обязательно посмотрите. Даже если ничего для себя нового не найдете, зато настроение улучшите точно. Масло готово. Всыпаем одним ловким движением репчатый лук измельченный.
Делаем огонь меньше среднего и пассируем лук около 8-10 минут до прозрачного состояния. То есть подготавливаем лук к приему квашеной капусты. Квашеную капусту желательно берем домашнюю, естественной закваски. Что мы с нее делаем? Нам нужно из нее отжать лишний капустный сок. Для этого мы берем глубокую тарелку и выделяем сюда сок. И такой фокус проделаем со всем килограммом квашеной капусты. Не забываем лук перемешивать один раз 2-3 минуты. Поднимаем себе настроение. Помогаем рульке стать самой вкусной. Слушаем второй одесский анекдот. Циля, а где вы пропали? Я же переживаю. А вдруг у вас все хорошо? Прибавляем огоньку. Добавляем капусту. Кстати, в качестве гарнира можно использовать картофель, рис. Да вообще что угодно. Что вы любите, то используйте. Но учитывая, что блюдо относительно жирное, поэтому хотелось бы чего-нибудь такого нашего кисленького. Первые несколько минут все перемешиваем. Нам нужно немножко прибодрить капусту. А то она в таком сжатом стрессовом состоянии. На огне выше среднего. Все пассируем где-то минут 12-15. Нам нужно капусту слегка заколеровать. Учитывая, что капуста квашеная, кисленькая. Там, где кислота, обязательно должен быть сахар. 3 щепотки сахара не помешают точно. Поджариваем 12-15 минут. Каждые 3-4 минуты перемешиваем. Теперь занимаемся пряностями для капусты. Берем 1/3 чайной ложки тмина, 1/3 чайной ложки кориандра. Пряности берем цельные. Перетираем все до состояния порошка. Аккуратно всыпаем измельченные пряности, кориандр и тмин. Точно не помешает черный молотый перец. 1/5-1/4 чайной ложки. Смотрите, дальше есть два варианта. Либо вливаем 100 мл бульона, в котором варилась рулька, но капуста будет пахнуть пивом. Либо добавляем кипяченой воды, миллилитров 100. Дальше тушим капусту под закрытой крышкой. Еще 20 минут. Каждые 5 минут ее перемешиваю. На огне меньше среднего. И все, гарнир готов! И прежде чем приступить к третьему завершающему секрету, мы вначале берем духовку, разогреваем 15-20 минут при температуре 180 градусов. А дальше все делаем быстро, но аккуратно. Помните 2 зубчика чеснока? Мы их оставили на третий секрет. Разрезаем вдоль толщиной 2-3 мм на слайсы. Есть 2 способа употребления чеснока. Либо натереть снаружи, но за время приготовления при высокой температуре запаха чеснока ничего не останется. Либо как сделать так, чтобы запах чеснока остался, и много мы его не потратили, и при этом получили то, что хотели. Мы будем рульку сейчас шпиговать. Каким образом? Делаем надрезы. И в надрез кладем чеснок. Видите, чеснока даже не видно будет. Но мы там знаем, что он там будет. Переворачиваем и делаем то же самое с другой стороны. Запах чеснока точно сохранится. Чеснок отдаст свои лучшие ароматы. Достигнем конечного результата и много чеснока не потратим. Дальше делаем водяную баню, сотейник, кастрюля с водой. Растапливаем мед, целую ложку с горкой. К ней добавляем 2 столовые ложки соевого соуса. Если нет соевого соуса, можно добавить горчицу. Обычную нашу горчицу, либо добавить тот бульон, в котором варилась рулька. И около 1 столовой ложки остаток растительного масла. Все это вместе нам нужно будет смешать равномерно. Для чего мы это делаем? Для придания вот того характерного золотистого цвета с получением хрустящей шикарной корочки рульки. И, собственно, для придания финального аккорда, финального окраса, результата, колера этого замечательного блюда. Разогреваем где-то в несколько минут до получения однородной субстанции. Теперь осталось соус кляр сдобрить ароматными пряностями. Для этого мы берем 1/2 чайной ложки тмина, перемалываем его в порошок. После этого натираем от 1/4 до половины чайной ложки молотого перца черного. Все готово. Теперь берем конструкцию с водяной бани. Ароматные пряности есть. Соус кляр готов. И, собственно, рулька, которую сварили, которая остыла, уже подсушила со всех сторон. Дальше что нам нужно будет сделать? Мы в этот соус добавляем пряности. Заодно вскрываем аромат. Теперь со всех сторон поливаем и смазываем кисточкой. Этим соусом нам нужно очень хорошо это сделать. Соуса не жалеем, здесь его будет с избытком. Смазать замечательную рульку, обратите внимание. Еще в духовке ничего нет, а уже образуется такой характерный коричневый колер.
Цвет переворачиваем на другую сторону. Здесь уже характерный цвет имеется. Осталось только его закрепить. А в это время, напоминаю, уважаемые телезрители, духовка всю нагревается. Она с большим нетерпением ждет своего выхода. Слышите, как Серго мявкает? Даже он ждет. Мешал снимать, пришлось закрыть ее в отдельной комнате. Угостим его, конечно, но потом, когда все будет готово, все добротно смазываем. То, что осталось, мы будем еще смазывать в процессе приготовления. Дальше. Итак, проверяем, чтобы мы ничего не перепутали. 45 минут, 180 градусов и красавица рулька. Ждет своего выхода. Прошло 20 минут. Переворачиваем на другую сторону. Поливаем опять кляром. Ух ты! Запекаем в духовке еще от 20 до 40 минут, в зависимости от того, насколько поджаристую мы любим корочку. До встречи в финале, друзья! Дорогие телезрители, когда вам подадут эту вкуснейшую рульку, пропитанную всеми возможными ароматами, только снятую с духовки, горячую, не вздумайте от этой вкуснятины отказываться. Это можно, конечно, чехи рекомендуют это все дегустировать под пиво, но в моей семье как-то не принято пить пиво, поэтому с квашеной капустой, гречкой, запеченными картофельными клёцками или вообще запеченной картошкой очень хорошо сочетается замечательная рулька в пиве по-чешски. Гид, дорогие друзья, когда вы отведаете, вам понравится, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Одесской кухни, советуйте обязательно это делать друзьям и получаем от жизни, от кулинарии состояние полного удовольствия и удовлетворения. Если есть возможность, сделайте репост рульки в социальные сети, кулинарные форумы и другие интернет-ресурсы. Приятного аппетита, дорогие друзья! Чао, какао!